Казанский федеральный входит в такие мировые рейтинги, как Times Higher Education с 401 по 450 место, 4 место по России и QS 451 по 500, где занимают 12 позицию. Рейтингов существует множество, но основными считаются три из них – QS, Times Higher Education и непосредственно IRVU. Принципиальное отличие от других мировых рейтингов – использование информации из открытых источников, без анкет вузов и учета репутации. 28 сентября в Казанском федеральном университете состоялась презентация результатов бенчмаркинг-анализа КФУ от представителей международного рейтинга IRVU. Сегодня презентация результатов, скажем, аудита и бенчмаркинга нашего университета одним из самых известных рейтинговых агентств, первым рейтинговым агентством, самым независимым агентством IRVU, или так называемый Шанхайский рейтинг. Академический рейтинг университетов мира публикуют ежегодно, начиная с 2003 года. Всего для подготовки рейтинга ежегодно более 1200 университетов проходят оценку, из которых отбираются 500 лучших. Рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных. В ноябре 2016 года мы взялись за проект для проведения сравнительного анализа Казанского федерального университета в сравнении с рядом ведущих университетов мира. Ключевым элементом соответствующей работы это проведение рейтинга для анализа КФУ в академическом исследовании. По словам руководителя академического рейтинга университетов мира, КФУ должен привлекать мировых ученых, которые удостоены Нобелевской или Филдсовской премии, по естественно-научному профилю, чтобы подняться в рейтинге и увеличить свои позиции. Представители Института высшего образования Цзяо Тон при Шанхайском университете отметили, что стоит увеличить приток иностранных студентов. КФУ достаточно хорошо показывает себя в работе студентами, но количество международных студентов, там есть над чем еще работать. Казанский федеральный активно привлекает иностранных граждан. Так, например, КФУ занимает первое место по количеству иностранных студентов в России. Визит делегации Института высшего образования Цзяо Тон при Шанхайском университете в Казанский университет продлится еще 2 дня. Запланировано как участие в профильных круглых столах по направлениям, так и культурная программа. Китайских коллег познакомят с более чем 200-летней историей КФУ и теми достижениями, которыми сейчас гордится один из старейших университетов. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.